Друзья, привет! Сегодня немножечко продал частями кое-что, систему, Лукойл, там кое-что из допов, ну а добрал Абраудерсу. Ой, что я про Абраудерсу, это же доп, я допы не освещаю. Ну ладно, сказал так сказал. Ладно. Почему частями продаю? Потому что компании данные, которые продавал частями, еще имеют потенциал к росту. А почему вообще продаю? Ну, не так уж много кэша. Все-таки рынок встал, рынок во флете, и выход из этого флета может быть в любую сторону. А я должен подстраховываться и быть готовым как к росту, так и к падению. Давайте к вашим вопросам. Антон, что думаешь про наши IT? Astra, Positiv, Diasoft. И сразу вот еще вопрос Татьяны. Еще Softline интересен. И как раз Татьяна спрашивает. Вчера только подала Astra и Softline. Они останавливаться не собираются. И вопрос по IT-компаниям вчера и сегодня. Просто памп или причины, что все стартанули, не было? Смотрите, по поводу того, что вы продали, они останавливаться не собираются. Тут дело в стратегии. Вот многие упускают именно общую стратегию портфеля. Вы определитесь для себя, как вы извлекаете прибыль с фондового рынка. Это может быть инвестиции в какие-то интересные компании, допустим, там в долгую, да, и срезать только шапки. Срезал, пошло, рост, пошло вверх, пошло вниз, вот на эту шапочку закупили. Это самое простое такое, ну, это схема из долгосрочного инвестирования. Вот, активное инвестирование, она более сложная, где-то ты подрезаешь частями, где-то полностью выходишь. Главное, как говорится, чтобы потенциал роста рос. Потенциал роста тоже определенный показатель. Именно по портфелю, не по компаниям. Теперь по поводу IT. Я инвестирую активно, естественно, и в Softline, и в Positiv, и в Astra. Компании эти мне очень интересны. Компании, во-первых, они хорошо подходят для активного инвестирования, потому что они волатильны. Но помимо того, что они волатильны, они еще имеют фундаментальную привлекательность. Почему растут наши айтишники? Друзья мои, не так давно вышла новость, что в «Ведомостях», что Министерство цифрового развития рекомендовало госкорпорациям и компаниям с госучастием перейти на использование отечественного программного обеспечения уже к концу этого года. Рекомендация настойчивая, и мы можем наблюдать массовое импортозамещение в данном сегменте. Поэтому такие вот рекомендации, они распространяются, ну, просто на гигантов отраслей различных, и, соответственно, там деньги очень серьезно крутятся. Поэтому, естественно, это дает импульс роста нашим IT-компаниям. Теперь отдельно еще по некоторым компаниям расскажу. По Astra, Softline и Positiv Technology. Все эти компании входят в мою сферу интересов. Какие-то в основной инвестиционный рейтинг, какие-то в допы. Ими я очень люблю и торговать, и активно инвестировать, потому что компания, мало того, что она имеет фундаментальную привлекательность, она еще и более-менее волатильна, можно заработать на росте, на падении. Ну, на падении, в смысле, докупить. То есть я не шортю, а зарабатывать за счет волатильности. Естественно, нужно компании относительно молодые, да, и нужно соблюдать риск-менеджмент. По этим компаниям
есть определенные точки роста. Что за точки роста? Это новые продукты, это новые контракты, это динамика денежных потоков. Из недавнего по Астре какие точки роста? Это запуск нового продукта Astra Automation, тестирование, завершение тестирования Astra Linux Special Edition в компании ВК цифровые технологии, то есть Astra и ВК цифровые технологии очень серьезно взаимодействуют, это нужно обязательно следить, какая компания с кем заключает там договора, контракты, продажи кому, то есть если вы видите, что, допустим, вот Astra и ВК, ну понятно, что у ВК там объемы заказа очень там серьезные, да, ну и смотреть, естественно, там в целом по динамике денежных потоков, допустим, по Astra, да, какие динамики, какая динамика. Отгрузки за год выросли на 75% и достигли уже там более 11 миллиардов рублей. Далее, увеличили совместимые с экосистемой группы партнерские решения до 2500 единиц. То есть, ну, смотрите вообще динамику, не только там графики. Понятно, что многих уставились графики, что-то пытаются по ним понять. Но какие-то должны быть фундаментальные точки роста. Вот смотрите контракты, с кем, вот из недавнего, что еще, компания Astra, группа Astra и компания InnoStage подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Смотрите, да, что это за компания InnoStage, какие у нее объемы и так далее. Далее, вот, с кем компания Astra сотрудничает. Баймстер, российский разработчик IT-решений. Тоже там. То же самое там по софтлайну там смотрите, да. Развивается, не развивается. Вот, допустим, софтлайн, какая точка роста, да. Софтлайн приобретает долю в IT-направлении группы R-партнер, да. Что это за компания? Это многопрофильная группа компаний с головным офисом в Хабаровске. В общем, смотрите, есть ли фундаментальные причины роста, как по отрасли, так и по в отдельно по компаниям, и понимаете, объективно они растут или не объективно. Я считаю, что потенциал роста и у Позитива, и у Астры, и у Софтлайн еще достаточно высок. Почему я так считаю? Не просто потому, что там мне график нравится, а потому что я смотрю на динамику увеличения денежных потоков, динамику заключения новых контрактов, динамику экспансии, да. Ну и в целом вообще сектор мне нравится. Нравится тоже, не за красивые глаза нравится, за то, что сейчас идет активное импортозамещение, да, и наши компании просто от этого выигрывают, вот и все. Вот такие дела, поэтому IT очень интересно мне, я подумываю нарастить там долю допустимую. Ну, подумываю пока. Следующий вопрос. А можно про криптовалюту тоже поподробнее? Где и как и какую именно? Про криптовалюту более поподробнее. Ну, возможно, напишу в телегу. Смотрите в телеге. Иногда там освещаю. Ссылка на мой телеграм в описании. И там, что считаю нужным, я про крипту иногда рассказываю, про свой опыт. Торгую на Бибите. На Бибите фьючерсы. Следующий вопрос. Какие мысли у тебя с Яндексом? Слушайте, ну по Яндексу ждали редомиляцию, да? Редомициляцию. Вот. И вроде как бы она случается, да? Но толку от этого миноритарием пока непонятно какой, потому что в итоге российское подразделение Яндекса выкупают корпорации, да. Поэтому мысли по Яндексу у меня, ну, я не понимаю, как туда инвестировать сейчас, потому что я для себя в текущей геополитической обстановке закрыл инвестиции в компании с российской юрисдикцией. А толку от того, что Яндекс сейчас переезжает, российское его подразделение,
в Россию, я вижу мало, потому что в итоге скупают, они скупают эти доли киты. Ну, соответственно, я обращаю внимание, кто скупает. Вот Лукойлу, по предварительным данным, отойдет 15%. Соответственно, это точка роста для Лукойла. Ну, по рынку пока флэт, ни туда, ни сюда. Будем думать. Ну и, соответственно, мы резкие движения не делаем. Задавайте вопросы, получайте ответ. Всем пока.